Всем привет, друзья, с вами Роман Стелс, и это рубрика Quick Play по файтингам. В этот раз мы играем в Mortal Kombat 2, к сожалению. И почему к сожалению, я объясню. На самом деле Mortal Kombat 2 офигительный файтинг. Кто бы что ни говорил, файтинг реально крутой. Единственная проблема этого файтинга, что он ну просто до жопы скучный и неинтересный в прохождении, да, то есть пройти там башенку в МК, допустим, в том же в Ultimate или в 3, это более-менее интересно, прикольно. Здесь пройти МК, ну, лично мне никакого удовольствия не доставляет. Но это единственный минус в игре, все остальное здесь круто. То есть если драться на двоих, чистый поединок друг против друга, офигенная штука. Mortal просто суперский. Ну а сейчас мы просто попробуем хоть докуда-то нибудь доковылять. Собственно, нашими, не знаю, героями МК. За кого пойдем? За Кунлава пойдем. Мой любимый шаолинский монах, обожаю Кунлаву. Из, наверное, из добрячков он у меня самый любимый. Вот. Особо драться-то я в Mortal Kombat 2 не умею. И вот, в принципе, все, что я помнил когда-то там в детстве, в общем-то, вот то у меня в памяти-то и осталось. Так, первый у нас Рейден. Окей, пусть будет Рейден. Мы по напористи как-нибудь пойдем на него. Но бам, бесполезно. Ну, как я помню по детству, на самом деле, пройти первых трех бойцов, в общем-то, достаточно легко. Практически кем угодно. А вот уже потом... Господи. Потом уже становится сложнее. Не факт, что мы вообще пройдем Mortal Kombat, ну, именно второй. Почему? Потому что, ну, блин, сложный и скучный. Вы поймете почему. Мы к этому придем. Пока просто подеремся. Так, Китана, принцесса Китана. Сколько там, более 1000 лет? Или 100 тысяч лет? Сколько же там, я не помню. Сколько говорилось. О! А все, ну расщепление-то оно уже началось, в общем. Уже, в общем-то, все дело-то пошло. Но мы не позволим. Тихо! Есть. Выстояли. Мы не позволим. 1000 лет красавица Китани. Мне нравится Китана, красивая девушка. И что самое интересное, Милена ведь тоже красивая. Но. Но. Не будь этих зубов у нее, вообще был замечательно. Особенно в Mortal Kombat 9. В 10 у нее еще там ротик какой-то да появился, какие-то губы. Хотя все равно, конечно, страшновато. Ладно, дальше. Кунлао против Кунлао. Ну окей. В коричневых штанах. Чем-то похож на... Ой, по морде надавал. На Кунлао из МК3. Кстати, скины вышли прикольные. Скины. Скинхэдс Russian. Вышли прикольные... Прикольный пак костюмов из третьего МК для МКХ. Обязательно себе его взять. Если он платный. Если он бесплатный, то по-любому. Потому что там как раз таки будет Кунлао в вот этом вот коричневых штанах. Такой Кунлао образца Mortal Kombat 3. Так, ну и пока мы болтаем про всякую хрень, вот уже добрались до Джакса, а он уже четвертый, так что в принципе можно вполне столкнуться с надиранием жопы. Посмотрим. Ну да, вот, уже, вот как-то тут, да, вот морду тебя начищают, вот как ты перелетел мимо него, ну это же невозможно, расстояние надо четко распределять, знать. Апперкот не прошел, вот да, видите, да, ты делаешь апперкот, а тебе нет, ты его не делаешь, тебе вместо этого он делает апперкот, компьютер. Как? Зачем это? Тем более, кстати, мы же играем по дефолту, а по дефолту, насколько я помню еще с детства, стоит уровень сложности Very Easy. То есть, в принципе, в дефолте ты должен, ну, на Very Easy должен вообще всех рвать, по сути-то, ну, хоть до конца точно дойти. Они... Да ёптать, есть, победили. Кое-как Джакса. И то, 1-1, сейчас Final Round. Сразимся. Я, пожалуй, присяду. И сделаю апперкот. Сработало. Сработало. Подсечки, подсечки. Еще раз. Бум! Все, кстати, суперудары почему-то блокируются. По какой причине, я не знаю.
Вот что бы я ни делал, кидал шапку или там, не знаю, какой-то другой удар делал, насрать. Все блокируется. Так дела не делают, ребята. Это ж неинтересно становится. Ну все, шаолинские монахи встретились, и я, скорее всего... А, это что такое, Лю Кэнг, охренел? Я ж твой... этот, как его? Как это называется? Бум! Подсечка! Не работает подсечка, ни хрена! Бум! Блин! Последний удар! Лю Кэнг меня швырнул. Через всю... О, господи, велосипед. О, ну все, пошли уже приемы от Брюса Ли. Хай, да что такое, блядь? Потихонечку начинаю рейджить, это все потихонечку. Это... Да как я, почему ногой-то не попадаю? Почему он как мимо, блин, летит к нему? Это херня какая-то. Ну ладно, Бостон. Это всего лишь первое поражение. У нас еще сколько? 15 кредитов, господи. О чем вы говорите? Ну что, кто против Лю Кэнга пойдет? Пойдем Джонни Кейджем. Что-то я помню еще за Джонни Кейджа. Помню. Бился я им. Выстоим ли? А вот сейчас все сработало. Оу, Лю Кэнг, ты огребаешь. А, или нет. Или я поспешил с выводом. Меня, вот тебе апперкот лучше не делал. Ты вместо этого нам засовываешь свой бросок. Каким-то образом. Почему так? Бам. И по старой схеме. Ой, что-то я не дал. Не дай. Да ёб твою налево. Да ж ты что ж. На. О, кстати, в принципе, за Джонни Кейджа даже. Можно же вот такие фишки мутить. Бам. Вот такие. Фаталити, конечно, ну неужели кто-либо вообще в мире не играл в Mortal Kombat и не знает ни одного фаталити? Даже я в детстве помню вот этого фаталити за Джонни Кейдж. Вперед, вниз, вверх. Прочитал в книжечке, запомнил и все, потом козырил перед всем. Хотя на... Бам! Почему не попал апперкотом? Почему ты так, такой человек-то, а? Ёб твою налево. Все, пошло дело, ребята. Я обещал. Пожалуйста, наслаждайтесь, так сказать, шоу. Оу. Сейчас нас будут сливать жестко. Но мы, конечно, постараемся. О, а вот откуда он знал, что я прыгнул? Откуда ты мог знать? Ты не мог знать. Ты... Вот откуда ты знал, сучонок? На, апперкотом не получилось, зато получилось у него. Вот он, в чем не интерес второго МК. Все твои потуги... Если компьютеру надо победить, он победит, короче говоря. Что бы ты ни делал. Ладно, Джонни Кейдж был, Кун Лао был. Кто у нас? Лю Кэнгом пойдем. Все-таки когда-то, 100 лет назад, я именно Лю Кэнгом прошел Mortal Kombat 2. По чистой случайности. Ну что ж, попробуем сейчас хоть что-нибудь замутить. Собака. Бам! Понял, да? А еще огнем можно пуляться, но тебе я понял, насрать вообще. Да чтоб тебе, как ты затрахал своими бросками, и вот... Блин! Так, спокойно. Не будем рейджить. Все нормально, это всего лишь игра. На, в рожу. Вот так вот. О, мы тебя если заспамим. Хер тебя заспамишь. Не, можно заспамить. При желании. Оу, как мы четко подловили апперкотик-то. О, хорошо. Отлично, так, 1-1, ты понял, да? Апперкотик сработал, ни хрена себе. И вот как понять игру? Работает он против него или нет? О, все, началась лажа. Надо было дальше спамить. То есть, рассчитано на то, чтобы ты спамил. По-другому не победить. Да блин, да что ж такое, он слишком близко подошел. Есть! Не! Свертушки. Слава тебе, господи! Перекреститься осталось только. Завалили бараку, кто у нас... О, все, замораживающий. Саб-Зира, это все.
Хотя, может, и нет. Попытаемся. Сдаваться нельзя. Все, давай, да, продолжай. Очень интересно сейчас было. Ну, хоть да. Хоть не фаул на Викторе, как мы говорили в детстве. О, еще и в пяткой. Вот как так? Почему у него прошел апперкот, а у меня нет? Почему? Ты что за херня? На! Это все из-за того, что Мидвей делает эти драчки. Хотя согласен, ультимейт был... Да ёб твою... Олег, успокойся! Ёпта! Эру Мидвея... Ух ты, шумолка даже... Блок... Пришлось воспользоваться. А, все, спам не сработал. Я думал, я смогу его заспамить опять ногой, вот, но хер там. Слил. Ну, хотя бы Люкен для того, чтобы слить бараку пригодился. Там уж посмотрим. Ладно, кто следующий? Рептилия. Пойдем рептилий. Мы с вами ни хера не умеем делать, поэтому... Пойдем. Нет, я за рептилию что-то умел. Что-то я делал у него. По-моему, что... А, Харкац умел в этой самой... Как его? Ё-моё! О! Как что там, вперед, верхний удар рукой там был у него, плевок. На! И на! И подсечку. Есть! Вот так вот. Есть еще какие-то удачливые моменты. Удар-прыжок, нихера. Нихера. А! Нет, иди отсюда, нахер! Кстати, мы с девчонками драки. А, то ли с Миленой, то ли с Китаной. О! Все, жопа. Отпрыгиваем назад. И удар ногой. А я знал. Я прекрасно знал, что у нас все получится. Потому что это очень интересный Mortal Kombat. Нечего сказать. Если хотите играть в Mortal Kombat 2, играйте вдвоем. Друг против друга. Незабываемое удовольствие получите. Хероси! Вы видели, что мы творим? А мы увернулись от всего. Нас так просто не взять. Я понял, против тебя ничего. Я все понял. Успокойся. Я пошутил. Я не хотел так сильно на тебя давить. Ух. Ой, я в блоки какие-то полез. О! Подсечки. Ну все, против нельзя, я вспомнил. Да, извини. А, ну что тебе, как ударить-то, блять, можно вообще или нет? Спасибо. Ну хоть фаталити по приколу. Позырить. Тыш! Клёво было. Так, еще 12 кредитов. О, это просто можем сейчас на миленочке это все и посливать. Ну что, кто? Кто? Пойдем с Шансунгом. Я не знаю почему, просто потому что вот тут вот, все. Он тут в какой-то тюбетейке, как узбек. Такой узбек стайл шансунговский. Не, хер там. А, ну да, перкот нельзя, извини, забыл. Подсечки можно. Ой, прыгать на тебя. И можно уже с прыжками ногой, подсечками спамить. О, все, слушайте, это все. Нашли ультимейт технику. Теперь Mortal Kombat 2 нам покорится. Ух, нихрена! Даже бросок провели. Я не знаю, что происходит с игрой. Это, наверное, потому Шансунг. Все, один раз ничего не получится. Что-то как-то быстро мы слили, да? Что-то как-то это... Может, из-за того, что мы слились сами, поэтому комп стал такой послабее. Типа, так, это лох, надо ему послабее сделать уровень сложности, а то он картридж разобьет, к чертовой матери. Ладно, это уже бред сумасшедшего пошел. Ну, в смысле. Хотя иногда не встречаются, я не знаю, почему. Да чтоб тебе, ну почему ты не прыгаешь вперед, как человек нормальный, как русский? Ладно, все, не нервничаем. Рептилию вроде слили один раунд, да, вот так вот. Между делом. Апперкот сработал. Вот что это такое, да? Вот как играть в файтинг и думать, сработает мой удар или не сработает?
Ой, классно подрались. Как вам бой, парни, девчонки? Офигенно ведь было, а? Прыжки, удары с ноги в воздухе и плевки в лицо кислотой. Ну, зашибись ведь. Очень интересно. Ладно, Джонни Кейдж. А, ну да, окей, да, согласен. Апперкот не работает, согласен. А еще здесь еще раз тоже не работает. Подсечка. О, спам-подсечек работает. Круто! Спам-подсечек не сработал. Ну, мы его, кстати, до Дейнджера добили. Что-то так можно придумать против Джонни Кейджа. Ау! Есть! Ну что это? Вот что это за бросок? Ты в какой школе учился боевых искусств? Спам-подсечек. Спам-подсечек надо устроить немедленно, иначе все, жопа. Ясно. Не получилось у нас против Джо. Смотрите, как он рад. Он руки к небу вознес. Итак, друзья, немножечко прервалась запись, к сожалению. Я сам того не заметил, так сказать. Но ничего страшного. Блин, опять Шансунга выбрал, твою мать. Пришлось, да, с помощью читов, к сожалению, возвращаться туда, куда мы, так сказать, где мы остановились. Ну что уж поделать, такая жизнь геймерская, непростая. Вот так вот раз запись оборвалась, но ничего, ничего страшного, читами вернулись, все нормально, все по-честному. Вернулись на то место, с которого лыжанулись. Но в этот раз пробовал с ним Джонни Кейдж, а Скорпион по списку, а потом Рейден. Ну да неважно. Как-то быстро мы сейчас отчехлили Скорпиона, между прочим. Что, наверное, нечестно. Но что поделать? Ладно, сейчас по-быренькому сейчас все пройдем, да пройдем. И бог свидетель, не хотел я такого счастья для себя. Ну ладно, хоть может рейджить будет поменьше. Сейчас Рейден, поехали. Да что ж такое, вот почему? Почему вот так всегда? Ты делаешь апперкот, а он не срабатывает, когда на тебя чувак летит с ногой, пытаясь ударить тебе в рожу. Это ведь не работает так. Оно ведь все должно... Да господи, да успокойся ты. Ну что такое? Видишь, как поднял меня и швырнул, как тряпку просто об землю. Черт с тобой, Рейден. У нас с тобой давние счеты, ты все-таки... Рейден и Шансунг. Это, кстати, классик. Классика МК. Хотя нет, наверное, классика МК это не Рейден и Шансунг. Это, наверное, скорее Люкен и Шансунг. Ну, если добро против... Да, мать твою, да что ж такое-то? Успокойся. Добро против зла. Вот так вот. Отмудохали меня. Узбек Шансунг потерпел поражение очередное. Да и бог бы с ним. Мы за него уже играли, уже огребали. Поехали дальше. Да, у нас тут чуть больше контов теперь стало. Так, за кого мы играли? За кого мы играли? За всех мы играли. Предыдущий... Несколько минут назад. За Китану пойдем. За нее, по-моему, не подрались, не успели. Посмотрим, что можно сделать с помощью, так сказать, женских рук. Хоп! Да что ж такое? Да хорош ты меня уже колбасить своими электричеством. Собака! Есть. Так, Рейден офнулся. Очень хорошо. Очень я этому рад. Бум! Спокойно, сидим, ждем. Апперкот. Ну да, здесь все просто. Здесь, в принципе, вот почему я и говорил про то, что Mortal Kombat скучный второй. Потому что, ну вот оно все, на чем держится. Вот это что такое? Вот что мы сейчас делаем? Ну, давай будем до тех пор вот махать, пока он не соблаговолит встать. Вот, пожалуйста. Веселуха. Ладно, Шансунг впереди. А там уже и четырехрукий. Попробуем. Жалко, конечно, что вот так вот у меня, блин, вся запись прервалась. Не вовремя. Вместе с геймплеем. Я
немножко расстроился. Так, такое эпичное сражение было с рейджами, со всеми делами. А сейчас приходится все вот в такой хрени участвовать. Ну ладно, бог с ним. А если ин, хрен не выиграем. Сейчас все эти 15 своих критов сольем на этом жирном. Кто он там? Кентаро Манго. Ёб твою налево! Ничего не меняется! Ничего не меняется! Хер ты пройдешь! Как Гендальф, блин, говорил в свое время. Не пройдешь и все. Хорошо! Китана нет. Вот! Накачанный негр. Нет, против все-таки нет. Давайте против Шансунга пойдем все-таки Рейденом. Это какая-никакая классика. Самый сильный среди добрых, ну, собственно говоря, по возможностям. И среди злых тоже. Так, надо все тактики использовать. Тактики, подсечечки. Это что-то херня была только что. Может, это из-за того, что я читанул, так сказать. Фига себе, какой стрёмный парень вылез. Ну и бог с ним. Пока нас сливают, вот это меня беспокоит. Я что-то сейчас начну нервничать очень сильно. Мало того, что мою игру прервали. Ты чё, охренел, что ли? По-злостному. Ах ты, собака, я тебя порежу электричеством. Я выиграл. Мой удар был сильнее и точнее. Так еще и бьют. Ну ладно, все-таки конец уровня. Ну-ка. Красный Рейден. Рейден зла. Да что такое на подсечка? Почему ты какой-то дыр дел? Шамока, все, не делись. Я ненавижу вас. Я всех вас ненавижу. Тут что такое? Откуда он так знал? Я туда прыгну. Ты не можешь этого знать. Хотя, кого я обманываю? Компьютер знает все. Об этом я уже говорил. Если ему надо победить, он победит. Ладно, кто следующий? Давай, девочками пойдем. Елена, вперед. Господи, неужели мы на Шансунге вот так вот и остановимся? Да будь там, не может. Да нет. Не позволю этому случиться. О! Спам подсечек. Ну конечно же, ультимейт технику-то мы нашли уж давно. Оп. А субок хоть какой-то. Смотри, что творит, охренеть просто. А я спамить подсечками буду, пока ты там кидаешь. Собаку, я ненавижу тебя. Какого, блин, хера? Ну это пиздец, это сгучно, это ужасно. Ну что это такое? Почему я не могу его так же вот заколбасить, вот как... Вот он ничего не дает, сука, сделать. Что ж такое-то? Блин, собака! Блин! Какой же МК херовый, дорогие друзья. Не играйте в МК в одиночку. Только друг против друга. Иначе всю нервную систему порушите себе. Давай, пошел, урод, как-то там барака хуяка. Раздражает меня этот шансон. Какой-то хер в тебе дикий, меня мочит. Такого не было никак в жизни. Не может хер в тебе дикий меня мочить. Барака, блять. Давай, ты типа этот. Что ж ты, ну почему? О, все, жопа тебе. Ты же, да, ты страшный. Ты должен внушать страх, как мне внушал в детстве. А почему ты заблокировал? А я тоже заблокирую. А вот хер тебе. Зато ему похер. Он, ты его заблокируешь, а ему насрать. Он тебе будет... Вот чувак, он тебе не даст ничего сделать. Как так? Зачем такую игру делать? Это же не аркадный автомат. Ну, понимаю, да, в аркадном автомате, да, надо побольше денег высосать из тупых детей, которые считают то, что они все могут. Блин. Все, пошел в пизду. Я не знаю, что с тобой делать. О, расхерачили. Ой, ну вот, я понимаю, действительно, да, в аркадных автоматах, когда надо денег-то высосать побольше из детишек. Пусть они сливаются, нервничают, кладут еще эти четвертаки, доллары, что там, лишь бы поиграть. А здесь что?
дайте насладиться игрой. Какого хрена? Скоро пойдем. Разберемся. Попробуем точнее. Пипец, неужели действительно на Шансунге сейчас все посливаем? Fight. На, Астеро! Ну блин! У него на все есть ответ! Блин, на все твои потуги! А не то сделал! Почему ты это сделал? Зачем? Вот почему у него апперкот замечательно проходит! Ты его делаешь, нихера не проходит! Пиздец какой-то! Играть нихера невозможно. Fight. Я вот помню, кстати говоря, я в третьем тоже рейджил. Но там хотя бы понятная система. Ты, если знаешь комбо, ты как бы все, окей, все, у тебя по жизни-то будет, мальчик. Но здесь нет комбо. Здесь херня только какая-то есть. Здесь есть какие-то сраные тактики, блять, не знаю, спамы подсечек и прочего. Или вот это что мы делаем? Блин, это какая-то херня, какая-то, ну просто невозможно. Это выбешивает. А из-за того, что я бешусь, я еще херовее играю. Суки! Они знали, когда создавали эту игру, что так и будет со мной, с бедным. Так, Рейденом ходили. Все, блядь, уже всем, всеми ходили. Что делать-то? Что делать-то? Давай Джонни Кейджем попробуем. Хе-хе-хе. Может быть, каким-то теневыми ударами что-нибудь да придумаем. Хотя это блюдо, это такая собака. О, я полетел теневым ударом, но не в ту сторону немножко. Ему посрать на твои теневые удары. На все, что ты делаешь, ему поебать. И, кстати, напоминаю, уровень very easy. Very. И даже не very. Пидор ебучий. Все, хватит, все, не рыжим, все нормально, да подумаешь, ну что, ну какой кач тебя в библиотеке от мудоку, как сосунка. Все нормально, это вполне реальное явление. Да, надо его спамить подсечками, я совсем забыл. А, боишься, собака? Ну так нечестно, я... Ой, фак. Хач тупой. Я ничего не имею против узбеков. Я имею против узбеков Сансунгов. Джонни Кейдж не справился. Кто бросит вызов Шансунгу? Может ты? Заб-Зиро, давай. Попробуем. Ой, да, вот так вот. Думаю, сейчас ничего, читом вернемся туда, куда нужно, и там уже, может, и полегче будет. А нет! Вот он отлетел! Почему у меня жизни потратились, у него нет? Какого хрена? Я хотел сделать апперкот, не вышло. А знаете почему? А потому что пошел нахуй. Я не знаю, как бороться с этим миром, блять. Это какая-то херня. На very easy, на самом легком уровне, такое дерьмо происходит. Ну нет. Да ёб твою налево, пошел ты в пень, да сколько ж можно? Действительно, блядь, только вот тебе надо, чтобы тебя подсечками хуячили. Больше никак, больше все, ничего не работает. Пошел ты в пизду. Не, я не хочу. Это блядь, это не удовольствие, ребята. Не играйте в Mortal Kombat 2, блядь, 1-1. Ну, в смысле, в башенку. Играйте с друзьями. Друг против друга, получите удовольствие. Я, блядь, не устану это повторять. Потому что проходить МК2, это... Я не знаю, если вы... задроты и вам нечем заняться. Let's go. Ладно, сколько у нас там критов осталось, надо быстрее уже их добить и заканчивать это дерьмо. О, апперкот получилось сделать. А, ну это ненадолго, да. Я извиняюсь. Я-то понимаю, что у вас все получается хорошо. Да, все, спасибо, я понял. Что-нибудь хочется сломать очень сильно, и под рукой, к сожалению, нет ничего. Да ты что? Ну вот как? Да ёб твою медь, да что это за херня-то вообще? Да блять, прием-то хоть выполни, да хоть один-то, мать твою! О, я ударил его в лицо! Кинь шапку свою сраную. Подсечка, ура! Подсечка! Ага, уй. А, ну, конечно.
Да, он нас раскидывает просто, как я не знаю. Я не знаю, что делать. Мне пиздец, я не знаю, что делать. Мы слили все! Было 15, осталось 6 на ебучем Шансунге. Какого хера происходит в этом мире? Давай, Люкен, давай. Чемпион Mortal Kombat должен сделать то, что нужно. Погнали, понеслась. Фух, все, собрались. Давай, да, не будем. Это, так сказать, тихо, спокойно, на хер. Ёб твою на... У меня почему-то еще, блин, нихера. О, получилось, ура, успел. Слава тебе, Господи, хоть что-то я смог предпринять. Ой, так, спокойно, назад отходит Кунлао. Привет. Ему поебать! Ему поебать! Все, что ты делаешь, похер! Нет, ребят, это нереально. Я... О! Сука! Он меня еще душу забрал. Прикольная фаталити, кстати. Оно очень сложно делается, я помню. В книжечке в старой по... как их там... Ну, книжки с кодами раньше же были. Раньше интернета-то не было. Надо было как-то распространять читерство. И вот в книжках с кодами было вот это фаталити за Шансунга. И оно такое сложное оказалось. Ну, такую херь надо выполнить какую-то неимоверную. Ну, по крайней мере, нам так казалось то, что... Там было все сложно. Может, оно сейчас уже таким и не покажется. Но! Мне помнится, да, что была там какая-то жопа. Ну ладно, продолжаем огребать от Шансунгу, скоро этот кошмар закончится. Но все-таки Блять, хотелось бы... все-таки... Да, ну не маши ты своими руками, ну не надо. Да ёб твою медь! Почему ты отпрыгнул вверх, а не вот так вот, да? Почему не с прямой ногой? Такое ощущение, что реально комп просто издевается надо мной тупо. Он прекрасно знает, что я буду делать, и он меня просто нагибает. Вот и все. Манал я такое дело. Нахер вот так делать. Ну это же реально никакого удовольствия. Тебе просто хуячат. И все. Ну это... Это хуйня. О, я ударил. О, еще раз. Понеслась. О, полжизни слил. Ох. Да. Скорпион. Красава. Так, ну что, нам долго еще мучиться, кем бы еще пойти-то? Уж всем, блядь, сходили уже, и идти-то некем. О, так, кто, Милена? Ой, а какая разница, их никем играть не умей. Пойдем, Миленой. Так, да, брошили нахрен очки. Так, ну и все, пошаулили, да, чисто пойдем сейчас. Ага, так, подсечки нельзя, прыгать нельзя, прыгать нельзя, стоять нельзя, сидеть нельзя, подсечки нельзя, в прыжке ничего сделать нельзя. Ты нихуя не можешь сделать вообще! Ну, ёб твою мать! Кто это создает? Для чего? Чтоб нервную систему ломать людям? Пиздец! Я ебал я эту крышу, блядь, что это такое? Это не серьезно! Джейд там даже выглядывает, боится сюда выйти на ренку. Ну что, ебанули, что творится-то? Кошмар. Это самое матерное, наверное, самое матерное мой летсплей за всю историю, я не знаю, моей маленькой недокарьеры. Пойдем неграми с накачанными. Гоу хера, пойдем разнесем им морду. Вообще, наверное, нужно пользоваться какими-то суперударами, но, как вы видели, я... Какие суперудары, если прыгнуть толком нельзя, чтобы пизды не получить. Вот он все знает, да-да-да-да-да. Хер ли ты там прыгнешь, ты тоже думай головой. Апперкот ты не сделаешь. А тебе сделают. В обмен на того, что ты хочешь сделать. Это раздражает очень. Да ну пусть они бы там, не знаю, перехват или заблокируйте. Нет, они сделают то, что хочешь сделать ты, вот как сейчас. И вот, чтоб ты помучился, собака. На, с ноги. Прямой удар с ноги был от Джексона. На. Не вышел. Ну, что-то как-то, да, немножко попинали этого узбека ебучего. Дальше, давайте, быстрее, быстрее. Не хочу, у меня сейчас... Нервы не выдержат.
Так, кем пойти? Пойдемте. Я может... Может быть, удастся нам как-нибудь Джонни Кейджем-то его завалить. Потому что Джонни Кейджа есть теневой удар, который... Fight. Что-то да может сделать. А, черепа. Хорош. Теневой удар прошел, отлично. Все, мы будем тебя убивать долго и мучительно. Отойди от меня, шумок она. Хорошо. Есть, соси, член, узбек. Мне нравится Джонни Кейдж, когда радуется, он руки так поднимает, как будто такое удовольствие испытал в этой жизни сейчас. Все, понятно, я понял, радости закончились, блядь. Все, я все понял, успокойся, блядь, только. Ой, вот все же так нормально было. Почему сейчас вдруг он начал так... Комп начал на меня агриться очень сильно. Тихо! А не, все, не пройдет твой теневой удар, ты не пройдешь. Да, я буду за тобой прыгать, сейчас в прыжке тебе как-нибудь колбасу. Да ёб твою мать, дай ты хоть что-нибудь ты тебе провести, спасибо. Да. Не, ребята, я не знаю. Если вам нехуй делать, поиграйте в Mortal Kombat 2. Других у меня советов нет по отношению к этой игре. Ну или на двоих. О, все, у тебя не удалось ударить меня с прыжка. Череп. Апперкот нет. Я понял, хорошо. Может тебя спамить подсечками, да? Была же такая техника у нас. Ультимейт, мы, кстати, ее так не так придумали так только что. А да хуй! Он ее просек! Спам подсечек есть! Один вот мы бой. Один раунд мы у него выигрываем. А потом все, не идет. Вот как ты хочешь. О, вот сейчас может пойти. Ну почему ты не сделала подсечку? Почему это был прямой удар? Почему меня подводит мой гребаный джойстик? Рептилия. Ну ему похуй, все вообще. Рептилия. Хуярил. Да как? Ты, блядь, лежал! Какого хуя ты сверху оказался? Что это такое? Да ну нахер! Не, ребята, это не мое вообще. Почему я ногой сейчас не попал в лицо человека? Можешь мне объяснить чисто вот по физике, да, вот? Как? Ну почему сейчас-то нет? Так, и четкую дистанцию. Хуй. Хуй, я умер. Ну что такое? Не-не-не-не-не-не, вот в такие... Вот это вот в старье не надо проходить, ребят. Не надо. Ладно, кем опизделиться напоследок? И уже закончить этот недоквикплей? Ну кем? Начинали с Кун Лао, насколько я помню, поэтому и мы дохерачимся. Погнали. Хоть. На! Откуда ты знала? Тварь поганая. Хотя, что тут знать-то, я и так прыгаю сам постоянно. Оп! Оп! Понятно, я тебя понял. Все, превращайся обратно, блядь, в Шансанье или в Шан... Шубоку, ну как тебя бить? Ну что против тебя сделать? Ничего! Я не знаю, это жопа. О, легенд, ну нахуй пизды тебе вломлю. Есть! Ударил Лю Кенга по морде! Ни хрена себе, тем более за Кун Лао, но это вообще... Мне только в блоках сидеть, а он будет тебя бросать. О! Телепорт получился! О, ёб твою мать! Праздник какой! Все, конец, геймовер! Пожалуйста, спасите меня! Да! Ура! Мы не прошли игру, и слава тебе, Господи, это все закончилось! Геймовер, конец! Нихуя мы не прошли. Это был Роман Стелс и Mortal Kombat 2. Я ухожу отсюда нахер. Повторюсь в сотый раз. Не играйте в Mortal Kombat в одиночку. Только с друзьями. Деритесь друг против друга. Не проходите его. Это скучно, неинтересно и полная хуйня. Это личное мое, лично мое мнение. С ним могут быть не согласен никто. Но тем не менее, у меня сложилось впечатление именно такое. Ладно. Всем счастливо, спасибо, что посмотрели вот этот весь беспредел. Пока!